садике села Адышево Оричевского района мерзнут дети. По словам одного из родителей, перебой с теплом длятся всю зиму. Температура в спальне не поднимается выше 15 градусов, а в раздевалке вообще 8. Родители уже написали жалобу в прокуратуру области и Роспотребнадзор. Они считают, что во всем виноваты сотрудники котельной. После заявления на место выезжала проверка, по результатам которой выяснилось, что с отоплением все в порядке. Просто были некоторые перебои в работе котельной. Заведующая садиком пыталась решить вопрос как бы своими силами. Ничего у нее не получилось. Администрация говорила, что мы все топим там, не знаю почему у вас. Просто уже терпение лопнуло. И мы решили поступить таким образом, чтобы обратиться с жалобой вот вышестоящий контролирующий орган. Проблемы возникают, как там нету дров, там нечем топить. Экономия, когда сильные морозы. И на яд там были проблемы, там неоднократно и в декабре, и в январе. В настоящий момент температура в детстве. В детском саду нормализована. Причина снижения температуры воздуха ввиду того, что у нас были кратковременные проблемы с топливом на котельной. Сейчас проблем нет. Уже после выходных садик будет работать в штатном режиме. В настоящий момент не работает одна из четырех групп. Три группы работают.